Всем привет! 498 серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 10 января. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы не хотите, чтобы Яман потерял свою компанию из-за Надима, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яману нравится Нана, но он пытается это скрыть, поэтому ведет себя грубо по отношению к ней. Нане очень обидно слышать резкие слова в свой адрес, и она, конечно же, обижается на Ямана, и оба они ведут себя как малые дети. И пока они откровенно не поговорят, то так и будут нечаянно обижать друг друга. Пока Яман занят решением проблем Наны, Недим за его спиной творит зло, и пока что он остается безнаказанным. Недим может серьезно подставить Ямана и нанести ему финансовый урон. Также Яман и Нана в последнее время сосредоточились только на себе, забыв о Юсуфе, который в этом возрасте очень нуждается в общении и поддержке родных людей. Но несмотря на это, ребенок все равно рад, что они все вместе живут в одном доме. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.